Продолжаем выпуск. С момента создания свободной экономической зоны, ориентированной на повышение экономического потенциала и инвестиционной привлекательности Джизакской области, было запущено множество проектов, в том числе с участием иностранных инвестиций. Как результат, создано 1000 рабочих мест. Производственные мощности, организованные на основе узбекско-китайского сотрудничества, превалируют и занимают лидирующие позиции по всем направлениям. В свободной экономической зоне Джизак в 2023 году произведено продукции на 1 триллион 750 миллиардов сумов, экспортировано почти на 57 миллионов долларов. Эти показатели говорят об увеличении экспортного потенциала региона. Также за последние три года общий объем производства предприятий экономической зоны возрос с 2,2 триллионов сумов до почти 11 триллионов сумов, то есть увеличился в 5 раз. Объем же экспортных поставок с 29,6 миллионов долларов до 57 миллионов долларов. Это почти в 2 раза. Вот это предприятие создано в сотрудничестве с китайским партнером в свободной экономической зоне Джизак. Здесь за счет глубокой переработки местного сырья расширены объемы и виды выпускаемой конкурентоспособной и экспортоориентированной строительной продукции железной арматуры. Это, в свою очередь, обеспечивает внутренний спрос на новые виды качественных стройматериалов. Китайские инвесторы, вложив 12 миллионов долларов в этот сталелитейный завод, запустили его в последнем квартале 2023 года. Закупили современное оборудование. В настоящее время здесь производится 6 различных типов и размеров качественной продукции. Здесь же наладили профобучение более 30 молодых людей из числа местного населения. В 2019 году я приехал в Джизакскую область по рекомендации китайского бизнесмена. Ознакомившись с созданными здесь условиями, запланировали запустить этот проект. С этой целью приехал в специальную экономическую зону и увидел возможности для предпринимателей и иностранных инвесторов. Так появилась полная уверенность, что здесь, в Джизаке, открою предприятие. Конечно, мы также изучили внутренний рынок. В конце 2023 года мы начали выпускать качественную продукцию. Наша цель – завоевать доверие клиентов. Все производственные технологии привезены из Китая. Мы можем выпускать до 300 тонн продукции за 8 часов. Ежемесячная мощность составляет 9 тысяч тонн. В перспективе намерены увеличить производственные мощности и количество рабочих мест. Здесь также работают 30 сотрудников из Китая. Одной из важных задач, которые мы перед собой ставим, это поэтапное повышение квалификации местного населения. На сегодняшний день в рамках реализации проектов было создано 6613 рабочих мест. В основном с целью выполнения инвестиционных обязательств. Совместно с предпринимателями изучили все условия, пригласили инвесторов из рубежа. Также мы стараемся увеличить приток иностранных инвестиций, организовать новые рабочие места, а также ведем работу по улучшению необходимой инфраструктуры для эффективной деятельности. В целях дальнейшего увеличения объемов производства в свободной экономической зоне Джизак в 2024-2026 годах намечено реализовать 18 проектов. Предусмотрено и увеличение количества предприятий, выпускающих не только стройматериалы, легковые автомобили, но и продовольственную продукцию, ориентированную на экспорт.